И это была граница? Это и была граница. Да, даже документы не проверили. Полина, кому говорю? Ой, Макарыч, доброе утро. Опять не с той ноги встал. Что значит не с той ноги? Я всю ночь глаз не сомкнул из-за твоего волкодава, между прочим. Сколько раз говорил, заделай дыру. Все без толку. Слушай, последний раз предупреждаю. Тебе мешает, ты чини. Пошли, Зойка. Сколько нам еще? 50 км, недолго. Ну что? Мы выйдем на место через полчаса. Потом сразу перезвоним. Здрасте. Доброе утро, тетя Поль. Доброе, Любаша. Поль, а Поль, глянь, а? Вырядилась вертихвостка. Куда только Федор смотрит. Боюсь, в санатории какой-нибудь иностранец ее охмурит, как дочку твою. Пиши пропало, ищи потом. Мою дочку никто не охмурял, она замуж вышла. По любви. Ой, все равно, одна век доживаешь. Ой, где там твоя дочка? Не звонит, не пишет. Где искать? Забор починить не можешь! Эх, Васенька, что ж мы с тобой только одного ребеночка успели родить? Где наша Надюшка теперь? Лила. Лейла, Оян. Просыпайся. Чатырых. Мы скоро приедем. Дай стакан.
Ал, Катеричкина. На вот, попей. А там меня на гидре. Мы едем к папе и маме. Ата-нанан сайн гёздир. Конечно, конечно. К папе и маме. Господи, знаю, что я грешная, кругом перед Тобой виноватая. За грехи свои несу наказание. Мужа молодым потеряла, дочку обидела, не пишет, не приезжает. Значит, не простила. Об одном прошу, Господи, никогда больше ни о чем просить не буду. Помоги, Господи, увидеть внучку мою. Знаю, что живет где-то на этом белом свете. Помоги, Господи. Почему у нее не завязаны глаза? Зачем ребенок пугать? Он у меня и так всю дорогу спал. Пора этот за... дядя отвезет тебя к маме и папе. Она я. Ты меня понимаешь? Иди. А пора. Счастливого пути. Thank you.
Ну что, домой? Домой, отдыхать оберни. Алло. Все в порядке, мы возвращаемся. Şeytan lanet gelesin. У меня все в порядке. Можете не беспокоиться. Нет никаких проблем. Это недоразумение. Нужно просто подождать. Полчаса. Кроме спецслужб, о пропаже дочери, вы сообщали кому-нибудь еще? Друзьям, родственникам? Господин Ибрагимов? Рустам Керимович? Нет, не сообщали. Ну, а какие-нибудь соображения? Личные враги, завистники, проблемы в бизнесе? Полковник. Скажите честно, какие шансы найти дочь? На ноги подняты все спецслужбы. Объявлен федеральный розыск. Подключен Интерпол. Идет интенсивная поисковая работа. Конкретнее, полковник. Шансы примерно 50 на 50. И еще, я хотел бы поговорить с вашей супругой. Эльнара заснула. Ей сделали укол. Она все это время не спала. Сами понимаете. Понимаю.
Понимаю, Рустам Керимович. Вам бы тоже не мешало бы отдохнуть. Пока мы ничего не знаем. Если девочку действительно похитили, то тот, кто это сделал, очень скоро даст о себе знать. Долго спит чего-то? Тише, не шуми. Странно. По-нашему не понимает. Одежда порвана, сама испуганная. У меня ж сердце сжалось. Может, заблудилась? Да я битый час по лесу круги нарезала, аукала. Накапай мне капель. Сердце что-то трепещет. Думаю, трепетать будет. Полина на старости лет ребеночком завелась. Странно. Только я ему помолилась. Еду. Девочка. Странно. Она. Элеми. Ой, ах, сюда. Точно не по-нашему лопочет. Без вечера. Вся горит, жар у нее. Я же говорила, что долго спит. Ну ладно, все, давайте, идите уже. Элеми. Хватит. У меня как-то. Элеми. Полина, а? Ты же понимаешь, никакая она тебе не внучка. Да ладно, идите уже. На, на. Элеми. На, попей. Наше правительство взяло под контроль ситуацию и ведет собственное расследование. Прошу вас незамедлительно сообщать обо всех новостях непосредственно мне. Никто не может безнаказанно посягать на свободу наших граждан, тем более наших детей. Айдынды. Понятно. Тешеккюр эдерем, джанап консул. Спасибо, господин консул. Русские уже подключили Интерпол и другие спецслужбы. Посмотрим, какие сведения удастся раздобыть им. И еще. Вы отменили все деловые встречи и подписание контрактов. Что вы намерены делать дальше? В консульстве обеспокоены. Пока моя дочь остается в опасности, я не могу и не хочу ни о чем думать. Господин консул.
Они что-нибудь узнали? Ещё. Ты же все слышала. Все будет хорошо. Олмалды. Должно быть хорошо. Инан мене. Верь мне. Это не аргумент. Я плачу. Я достаю деньги и плачу. И тебе в том числе. И субъекту Алкстому, которого ты навязал моей компании. Ата, Эльнара Гершангатурда, еще раз назовешь его имя, то окажешься голым на горной дороге. Ты меня понял? Нет, ты меня понял? Тебе уже лучше? Вот и хорошо. А я тебе обновку сшила. Нравится? Ну, иди ко мне. Иди. 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 Вот. В самый раз. Угадала. Atam, anam hardadır? Dalınca geleceğiler. Меня зовут бабушка Полина. Ну, повтори. Бабушка Полина. Бабушка. Бабу. Ну, бабу так бабу. Ты поешь. Поешь. Это вкусно. Надо есть. Быстрее поправишься. Ну вот.
Не знаю, что вы задумали, Рогачев. Но вам лучше не играть с нами в эти игры. Вы ничего не перепутали? Я играю по-честному. У меня безупречная репутация, это все знают. Может, это вы играете со мной? Мы играем. Мы слишком серьезные люди для этого, и вы это хорошо знаете. Я знаю, что ребенок отдан, как и договаривались. Я получил сигнал от своего человека. Это легко проверить. А вот денег я почему-то так и не получил. И мне очень не нравятся нечестные люди. Надо же, какое у нас совпадение вкусов. Где девчонка, Рогачев? Ребенок, повторяю, отдан. Ребенка у нас нет. Вы должны выполнить условия сделки и в течение 10 часов вернуть девочку. В противном случае я сам поеду на место, где передавали ребенка, и учтите, если я найду девочку раньше, я не поставлю на вас даже ломаного гроша. Бабу! 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 Здесь я, здесь! Никуда не делась. Идем, Зойка. Давай, идем, пора. Ну что ты? Что ты? Успокойся. Шила сама своей доченьке. Смотри, какая смешная, а? Смотри. Ой. Ложись, ложись. Вот. Вот. И глазки закрой. Хорошо поспишь, завтра совсем здоровая будешь. А я тебе песенку спою. Давай. Гули, 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 прилетели куры, сели на ворота у червоных бота, стали курки закатать, треба куркам есть и дать. О, и что ты будешь с девочкой делать, престарелая мать-одиночка? Не твоего ума дело, сосед. Давай помоги мне. Чего помочь-то? Посади ее вот сюда. А? Сюда? Стой. Вот, держись крепенько. Все. Держись. Ой, что ты за человек?
Вечно с тобой что-нибудь приключается. Ой, Полина, Полина. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, присядем? Ну, давай. Тетя Поль, я хочу вас познакомить с Ольгой Сергеевной. Она у нас отдыхает и говорит, что знает несколько языков. Здравствуйте. Здравствуйте. А ну-ка, расскажи, откуда у тебя эта смешная игрушка? Буну, мене бабуха диелади. Меним, ивде геленчиклерим чохту. Бабунун иссе бир денейди. Ону да мене верди. Бабу якшиды. Это она меня бабу называет. Извините, но я вам ничем помочь не могу. Этого языка я не знаю. Определенно что-то восточное. Я в этом не специалист. Все равно спасибо. Да, все равно спасибо. Тетя Поль, а вы поезжайте, как и собирались, к участковому. А я отведу девочку к доктору. И если все будет хорошо, они поиграют с Володькой. Спасибо, Люба. Пойду. Но должны же они ее искать, в конце концов. А после смены мы с Федором привезем ее к вам. Хорошо. Бабу! Ты останешься с тетей Любой. Вон, она отведет тебя к доктору. А я пойду искать твоих папу и маму. Хорошо? Ну, иди. Вовку приводи. Я им пирог испеку. Так все-таки конкретно расскажи, что ты видел? Я тебе 8-й раз повторяю. Кувалдой по оси дал, и вдруг бах! Потом эти двое выходят, пушки свои достают, а этот, который откинулся, бах-бах! Я за трактор спрятался, потом смотрю, лежат. Кровище. Мне плохо стало. Ну да. 5 трупов. А ты, кроме бабах, ничего не видел? Да такого крупного криминала в нашем районе за все время его существования не было. Здесь никого похожего нет. Что? Я говорю, никого похожего нет. А, так я и говорю, что в розыске девочки с восточной внешностью не числится. Я, конечно, пошлю запрос для порядка, но, думаю, беженка или бродяжка. Хотя по закону мы должны сдать ее в детоприемник, а потом в детский дом. Так что, будете оформлять? В детский дом? Ну а куда? Если у нее никого нету. Так, давай, баба Полина, решайся. А то у меня вон какое расследование стопорится. 5 трупов! Ну? А можно я ее у себя оставлю? Так, напишите свои данные, и пока не пришел ответ на запрос, пусть у вас побудет. Спасибо. Иди сюда! На, это меч гладиатора. А ну, угомонитесь! Совсем до ручки дошли! Сумасшедший дом какой-то устроили здесь! А ну, кончай безобразие! Полина! Голова кругом идет!
Бормочешь, бормочешь. Надоел до чертиков. Дурак ты, Макарыч. Это ж дети. Ну, идемте есть пирог. Угу. А? Уже готов? А тебе особое приглашение? Давай идем. Я сделал так, что Рогачев может выйти только на тебя. И ты знаешь, что делать. Все чисто. Он вас ждет. Вы Донский? Деньги принес. А что, паспорт уже готов? Сначала деньги. Мне сказали, что... А мне сказали, что вы готовите документ быстро, в тот же день. Он уже готов. Так что вы тянете? Мне нужно срочно исчезнуть. Не вопрос, на какой срок... Ну, если это имеет значение, то навсегда. Имеет значение. Навсегда дороже. В течение 2 минут получите свой паспорт. Мне надо позвонить. Что-нибудь будете заказывать? Водку и побольше. Господи, прости меня неразумную, что я путаю тебя. Отмени мою единственную просьбу. А вместо этого помоги дитю малому, чтоб не была она покинутой, никому не нужной, чтоб встретилась с родителями. А я столько времени прожила одна. Но если и помру в одиночестве, ничего страшного. Помоги, Господи.
Очень странно, что до сих пор никаких требований похитители не выдвинули. Что же мешает им выйти на связь? Им это кому? Кто эти они? Кто, черт возьми, эти они? Послушай, полковник, прошло 3 дня, а информации никакой. Вот что вы делаете? Мы работаем. Дальше. Вероятнее всего, девочки здесь уже нет. Ее могли переправить за границу. Заказчика мы уже почти... Мы его найдем. Найдете? Отдайте волкам. Лейлу ищите. Ищите Лейлу. Володька! Так, поиграй с девочкой, а я сготовлю вам что-нибудь. Идем! Чего стоишь? Иди сюда, иди помогай. Куда ты ее тянешь? А вдруг лодка перевернется? Помогай мне, на, держи, помогай. Рыбалить будем, рыбку ловить. Вот. Не исключено, что похитители захотят связаться с вами здесь или в Баку. А вы, Эльнара Ханым, не беспокойтесь, к вашему приезду все уже готово. Джанаб консул. Господин консул. Не тяните, если у вас есть что сказать, то говорите. У нас пока нет никаких новостей. Я вас жду в самолете. Эльнара. Эльнара. Нара готова. Все будет хорошо. А еще я шел лучше. Поверь мне. Она не дура. Она тоже мозги имеет. Вот она тебя из воды видит, да? Поэтому нужно спрятаться. Вот. Также надо знать повадки рыбы. Где она обитает в жару, где в холод. Вот. Чем питается. Вовка, не спать! На поплавок смотри! Рыбу также нужно приводить. Чтобы она сама к тебе приплывала. Прикормил место. Она знает, что там вкусненькое есть. Вот туда и плывет. Плывем! Учись ловить! Господи, где ты была? Я с ног сбилась. Дурак баба ила была жуглан. Чайн гранда узун тахтайнан балух тутурлар. Меним балухтан хошим гелир. Амма бизде балухлар бөй олур. Бах, бабайда. Сонра дурак баба бу балухлары мене верди. Иди кушать. Несе дейп башуму сыгаллады. Ты кого дураком-то называешь? Макарыча, что ли? Макарыч не дурак, не дурак. Он хороший, добрый, только немножко нервный. Ты не называй его так, хорошо? Поняла? Не дурак. Не дурак. Молодец. Не захотела хозяйка твоя детей от меня. Эх, как уехал я в Сибирь,
зарабатывать, чтобы жизнь нам устроить. Замуж вышла. Вот так вот, полкан. Да. Только тебе и скажу. Любил я ее, только ей не говорил. А как в Сибири приехал, говорить было поздно. Полька с дочкой уже возилась. Вот так-то. А вот эту сказку ты знаешь? Красная шапочка. Кырмызы папах. Кырмызы папах. Жанавар. Гёз. Гёз. Гулах. Гулах. Кулах. Диш. Диш. Не-не. Бабушка. Бабу. Бабушка. Не-не. Бабу. 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 Лай лай дедим я тасам, кызыл гүле батасам, кызыл гүлләр ичендә ширин юху тапасан. Джанап Касымов. Господин Касымов. Я тоже хочу знать, что происходит. Уже несколько часов я не получаю никакой информации. Ни вы, ни Рустам мне не звоните. Мне никто ничего не говорит. Эльнара ханым. Поверьте мне, все будет хорошо. Мы точно знаем, где искать вашу дочь. Через несколько часов вы сможете ее увидеть. Бабу! 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 Привет, соседка. Как дела? Бабу данышмур. Он у нас солоб. Хэким чагырып не совер. Послушай, я не понимаю. Дерман вермели. Я не понимаю. Что? Ну, погоди, погоди, что там случилось? Ну? Полина! Полина! Ну, взгляни на меня, старая! Ну вот, видишь, ничего не случилось. Как обычно, дурью мается. Ну ты что, заболела? Что ты как перезревший огурец на грядке? Пугаешь нас? Не знаю, что делать.
Жалко ее, аж сердце сжимается. И родителей ее жалко. Чувствую, ищут они ее. Плачут, думают. Где она, что с ней? Не знаю, что делать. Ты во что? Ты это... В Минск поезжай. Там много разных институтов, которые изучают иностранные языки. Да и милиция не то, что наша. Я тебе говорю. Бери девчонку, езжай в Минск и там разбирайся. Господин Ибрагимов, появилась надежда. Не тяни. В 120 километрах восточнее Минска произошла криминальная разборка, в результате которой две группировки перестреляли друг друга. Один из убитых – гражданин Азербайджана. Нет, ни о чем не говорит. Девочка там была? В наших отчетах это не отображено. И самое главное, этот азербайджанец был опознан как Али Насымов. Али? Да, ваш охранник. Точнее, ваш бывший охранник. Наши действия, полковник. Мы вылетаем в Минск. Немедленно. Это возможно? Да. Бабу, а там Ахтармага гидри? Пойдем. В городе что-нибудь узнаем. Егоровна! Егоровна! Ай. Здравствуйте, я тут девочку разыскиваю приезжую. Может быть, знаете, у кого остановилась? Не знаю. Алло. Да, я ее нашел. Точно она. На остановке в какой-то белорусской деревне. В автобус садится. С нею бабка какая-то рядом. На Минск. Я? Не беспокойся, не отстану.
Девочка, здравствуй. Здрасте. А где здесь иностранный институт? Институт иностранных языков? Да. Это вам на Площадь Победы нужно. А там близко совсем. Любой покажет. Далеко? Остановки 4 на метро. На метро? Сколько километров? Понятия не имею. 4, может, 5. Совсем близко. Александр Аркадьевич, ну, в общем, мы через полчаса подлетаем. Угу. Да я понимаю, что ты встретишь. Я надеюсь, у тебя все готово? Ну, хорошо. До встречи, дружище. Да, я ее вижу. Разговаривает с какими-то цыганками. Не понимаю ее. Про огонь что-то говорит. Про войну, что ли, рассказывает. Так, может, она беженка, как участковый говорил. Может. Не наша девчонка, точно говорю, не наша. Дай ладошку посмотрю. Да в глазки загляну, всю правду расскажу. Только 100 рублей надо, чтобы посмотреть, откуда она, с каких краев. Опять, Райка. Тебе что, прошлых приводов не хватило? Как маленькие дети, честное слово. Сколько раз тебе было сказано, чтобы ты здесь не ходила? Где ваши люди? Ее мент уводит. Когда скоро? Жду. Ай, тетя Поль, тетя Поль. Обчистила бы тебя Райка в одну минуту. Глазом моргнуть бы не успела. Ох, Лешка, видный ты мужик стал. Загляденье. Да ладно. А давно ли я тебя крапивой из огорода гоняла? Ай, тетя Поль. Ты, кстати, тоже хороша. Ты вообще на календарь смотришь? А что? А что? 3 часа трястись в автобусе, приехать в Минск. Сегодня же выходной, воскресенье. Никакие институты не работают. А что мне теперь? Не волнуйся, что-нибудь придумаем. На вот, глянь. Здесь сведения о детях, которые числятся в розыске. Что, Макарыч, такой же зануда? Такой же зануда, только он для виду. Так и живет один? Живет один. Слушай, Лёш, я же эти снимки у своего участкового видела. Все те же лица, а девочки моей здесь нет. Как же так, иностранка пропала? И что, никто не ищет? Нет, ну ищут, конечно. Просто, видимо, оперативные данные до нас не дошли. Сколько дней она у тебя? Ну, дней 5 уже. 5 дней. Ну, значит, запрос должен вот-вот прийти? Из Интерпола, скорее всего, раз иностранка. Угу. У них там тоже своя бухгалтерия. И как только оперативная информация будет у нас,
Я с тобой сразу свяжусь. Ну вот и договорились. Кстати, который час? 15:40. Так у меня ж через 40 минут автобус. Надо собираться. Подожди, сядь ты. Сядь. Знаешь что, тетя Поль? Пусть девочка поспит. У меня через 1:20 заканчивается дежурство, и я вас тут же отвезу домой. Спасибо. Домой не надо. Почему? У меня велосипед у Егоровны. Егоровну помнишь? Она тебя математике учила. Елену Егоровну? Конечно, помню. Только математику подзабыл. Ну вот и приехали. Спасибо, Лёша. Счастливо. Всего доброго. Счастливо. Егоровна! Bu, bu maşınlar şehirden arkamızca gelirler. Ben korkuram. Я не понимаю, что ты бормочешь. Ты что, машин боишься? Пошли. Макарыч, беги! Деревня! Папа, папа, ты за мной приехал. Лейла. Да, доченька. Ну, спасибо тебе, Александр Аркадьевич.
Хорошо сработали. Как всегда. Обращайся. Папа. Папочка. Ну что, старая, от больницы отказалась. Да хоть бы дома полежала бы для приличия. Я бы за тобой поухаживал. Иди сядь, чайку попей, заварил я. Ну чего ты, чего ты? Радоваться надо. Все же хорошо закончилось. Бандитов поймали, родители нашлись. Я радуюсь. Ki, sizin heyetinizde keçi yaşayır. İnanmadı bana. Ben de dedim ki, gel gideyim bak. Bir de atam dedi ki, sen de bizimle gideceksin. Anamla telefonla danıştım. Gözlüyor bizi. Sen mütlak bizimle gitmelisin. Здравствуйте, Полина Сергеевна. Меня зовут Рустам. Здравствуйте. Бабу. Ben istiyorum, sen benim anamı, evimizi, oyuncaklarımı görürsen. Bir de bilirsen, benim detim var. Лила говорит, что хочет познакомить вас с мамой. Что у нее тоже есть собака, только она игрушечная. И еще, Полина Сергеевна, я очень надеюсь, что вы лично сами отвезете ее к маме. Лила тоже этого очень хочет. Лейла. Ее зовут Лейла? Да, ее зовут Лейла. Моя Лейла. Лейла, бабу, Лейла. А чего я сразу не спросила? Полина Сергеевна, вам, наверное, нужно время, чтобы собраться. Ну чего? Чего сидишь, думаешь? Давай собирайся и езжай. За домом я присмотрю. Все равно твоя живность у меня в огороде пасется. Ну чего сидишь? Давай, давай. Подожди меня 10 минут. Хорошо? Лейла. Не натекуемся. Хорошо. Лейла, кызым. Ана жанана. Thank you.
А можно здесь остановиться? На 5 минут. Господи, Боже мой! Господи, спасибо, что исполнил просьбу мою, услышал меня грешный. Встретилась моя девочка с родителями. Спасибо, Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Нет, вы садитесь. Полина Ханум, я вам очень благодарен. За вас. Спасибо. За вас. Будьте счастливы. А вы переживали. Слава Богу. Слава Богу. Это вам. Спасибо. Bakın, bunu mene Polina nene verip. İndi her gün onunla oynuyorum. Полина Сергеевна, мы бы хотели с Эльнарой вам... Ничего вы мне не должны, Рустам. Полина Ханум, я вам обещаю, я найду вашу дочь. Ошибки жизни непоправимы, и безысходно стирает все пути. Куда так быстро пропадают силы, так много поворотов, но некуда идти. В ожидании надежды взгляд направлен в небеса, в мольбе о прощении, помощи. Ведь так хочется избавиться от одиночества, замечая времени полета скорость. Как больно потерять того, кто дороже всех, и жить с этим по тяжести лет. Что важнее, зажечь пламя или растопить лед? В надежде, что в глазах появится свет, мир будет крепче в объятиях и станет легче на душе, когда кажется, что пустота не исчезнет никогда.
şey yarıda Geriye qayıtmaq ailənin yanına Varmı biz onlar qədər anlayan Ya da daha yaxın atadan anadan Nə qədər büyüsəydə onlar üçün uşaq olaraq qalırıq Biz illər boyu heç nə hifz edə bilmir Anamın qucağı tək mən boyda Adamı fəsillər boyu məni illər döyür Amma ki nə fayda atamın damları daha çox öyrədirdi Şansım olsaydı yenidən yaşamağa onun dediklərin hamısını edərdim Amma şükür ki valideynlərim sağ Necə də xoşdu onlarla yaşamaq Və hər il ad günümdə anlayıram Nə qədər böyüsəm də